The Justice League is far superior to the Avengers. Shut up! Не стоит меня злить. Ты не захочешь видеть меня злым! Вы же превратите меня в крутого мужика, да? Следующие кадры из Мстителей Эры Альтрона были слиты до того, как им были добавлены спецэффекты. Тор летит в Асгард. Я собираюсь лететь! Тор, ты на этом стуле должен стоять! Заткнись, и так будет выглядеть отлично! Это лучше всего дерьма тут! Эпичная слоумо-сцена с ртутью. А, я охренеть, насколько быстрый! Он такой быстрый! Стоп! Соколиный глаз, какого черта? Ну вы меня используете всего в паре сцен, решил случайно появиться, почему нет, может... Нет. Железный человек дерется с Альтроном. Тор, я буду стрелять, осторожно! Огонь! Я... Железный человек. Это железный человек. Окей, кому не все равно, задротом. Тор летит в штаб-квартиру щита. Черная вдова дерется с алой ведьмой. Вы мне, хотите сказать, что моя одежда это спецэффект? Ой, если ты не хочешь, я могу. Стоп! Господи Иисусе, соколиный глаз, я тебе еще раз говорю, съебись из этой сцены! Халк терроризирует город. Я поймаю вас! Человек-паук наконец присоединился к Мстителям. Стоп! Человек-паук, ты пойдешь только в следующем фильме. Черт, почему они с ним справляются без паука? Тор летит в секретное место. А, моя болевая точка! Халк дерется с Халкбастером. Там все должно выглядеть не так. Даже я бы сделал это все лучше. Окей, Роберт Дауни младший. Почему бы тебе туда не... Окей, да. Почему бы тебе туда? Я уже получил деньги за этот фильм. Большая сцена с соколиным глазом. Эй, соколиный глаз. Привет. Снято, просто отлично. Соколиный глаз, ты свободен, можешь идти домой. Ну я думал, это будет большая сцена. Да, и она была очень хороша. Приступаем к следующей сцене. Ник Фьюри собирает Мстителей. Тони кажется, что для Ника Фьюри это слишком... черное. Подчеркиваю, что он главный. Приготовились? Начали! Да, так и правда будет не перепутать. Хороший способ отличить его от брата. Перевод Дмитрий Мальтера, озвучка Антона и Дмитрий Мальтера. Не забудь добавить это видео к себе, так что пай в нашу группу Смож ВКонтакте, vk.com/smosh. Ссылка.